Здравствуйте. Сегодня я хотел бы поговорить об одной из самых известных дат в мировой истории, о дате начала Второй мировой войны. В принципе, любой сколько-нибудь грамотный человек знает, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. То есть это дата нападения нацистской Германии на Польшу. Вроде бы все ясно. То есть с этого началась немецкая агрессия. Правда, началась она скорее немного раньше. Захвата Германии и Чехословакии. Но тогда не началась мировая война. И вот здесь возникает сразу такой сложный вопрос. А как определяется дата начала, допустим, мировой войны? То есть, если мы рассматриваем просто момент, связанный с агрессией, то в мировой войне участвовали не только Германия и ее противники. На Первой и Второй мировой войне участвовали со стороны оси Германия, Италия, Япония и ряд более мелких стран их сателлитов. А со стороны антигитлеровской коалиции это Франция, Великобритания, Советский Союз, Соединенные Штаты и Китай. Но ведь война между Китаем и Япония началась в 1937 году, а закончилась в 1945. Почему тогда мы не считаем начало Второй мировой войны с 1937 года? Дальше. Если брать просто агрессию, то агрессия против Чехословакии была раньше. А если говорить именно о мировой войне, то с чего начинается мировая война? С того момента, когда в ней приняло участие более двух мировых держав, но тогда дата начала Второй мировой войны должна отсчитываться не от нападения Германии на Польшу, то есть от 1 сентября 1939 года, а по крайней мере от 3-4 сентября 1939 года, когда Англия и Франция объявили войну Германии в ответ на нападение на Польшу. Потому что только с этого момента оказалось, что в войне участвует несколько мировых держав, потому что нападение Германии на Польшу – это все-таки локальный конфликт. Если мировую войну мы отсчитываем с того момента, когда там приняло участие значительное количество мировых держав, то есть все ключевые державы мира, то здесь это должно отсчитываться либо с 22 июня 1941 года, когда Германия напала на Советский Союз, либо с 7 декабря 1941 года, когда началась война между Японией и Соединенными Штатами. То есть дата, в принципе, расплывается. Почему он расплывается? Дело в том, что само определение начала мировой войны, оно достаточно неясное. И отсчет начала Второй мировой войны идет именно с 1 сентября 1939 года для того, чтобы показать отдельные страны конкретно жертвами агрессии, например, Польшу, а Германию показать главным и единственным зачинщиком войны. Потому что если мы начнем, допустим, считать сначала войны между Китаем и Японией, то получится, что войну, Вторую мировую войну, развязывало несколько держав. Если мы посмотрим с момента вступления Англии и Франции, то получится, что именно эти две страны начали превращать локальный конфликт в мировую войну. А если мы возьмем с точки зрения поощрения агрессора, то здесь получается, что Польша не жертва, а один из виновников, развязанной Второй мировой войны, потому что Польша участвовала в разделе Чехословакии вместе с Германией и Венгрией. А одобрили этот раздел Чехословакии, разграбление и фактически подготовку к агрессии Англии и Франции. К чему вся вот эта вот картина с началом Второй мировой войны? К тому, что когда определяется какое-то сложное мировое событие, вот именно однозначно, типа война началась тогда-то, это обычно делается с какой-то целью. В данном случае это делается для того, чтобы свести вину за развязывание Второй мировой войны конкретно к Гитлеру и к Германии. На самом деле стран, которые развязывали войну, было несколько больше. Но вот их нужно было каким-то образом вывести из зоны обсуждения, кто же виноват в развязывании войны. Это никак не снимает войну с Германией, потому что Германия была самым активным зачинщиком войны. И потому что она выступала именно агрессором, постоянно нападающим на соседние страны. То есть нападение на Польшу, уже после разграбления Чехословакии. Нападение на
объявившие о своем нейтралитете, скандинавские страны, на Данию, на Норвегию, нападение на Голландию, на Бельгию, которая тоже была в своем нейтралитете, нападение на Грецию и Югославию, это все еще до нападения на Советский Союз. То есть Германия – это, безусловно, агрессор, виновный в развязывании войны, расширении фронта этой войны. Но при этом виновник это не единственный.